Możesz mnie chamem zwać, możesz mnie w mordę dać, lecz od stolicy won, bo krew się będzie lać. Как российская авиация бомбит Сирию, так у меня бомбит от ваших идей для стартапов. Просто я посмотрел, что вы мне присылаете там в комментах, на почту, но это просто жесть. За это как бы я должен отдавать вам свой айфон. Ну ладно, я Дэн Жуков, я обещал, значит я пойду до конца. Поэтому сегодня у нас супер финал, где мы разыграем новенький хрустященький iPhone 6s. Вот такой вот iPhone. Приблизился к вам, еще ближе стал, да. Это iPhone 6s. Вот так вот. Короче, я давно обещал вам, что будет розыгрыш. Розыгрыш призов. И самое главное, что у нас будет розыгрыш iPhone 6s. За идею, которую мы выберем, стартап, который будем развивать, и я даю iPhone 6s этому человеку. Ну что, все? Сегодня мы в прямом эфире начнем вместе с моей ассистенткой Лили. Чего? Потому что не идет этот галстук. Какой галстук? Это бабочка Лили, ты чего? Бабочка. Ладно, ну снимай. Все, все по-настоящему, все не подготовлено. Лилька, ну-ка улыбнись. Лучше прокрутись лучше. Для моих. Ладно, короче, не надо. Можешь не перетягивать одеяло. В общем, сейчас будет все по-настоящему. Поехали! Я отобрал 100 лучших идей. Это было не просто, но Дэн Жуков это сделал. И сейчас в прямом эфире мы будем выбирать лучшую идею. Все по-честному. Так. Лили, держи. Ничего себе, мешочек. Не подходит, надо красненький. Чуть не подходит, нормальный мешок. Для тупых. Объясняю. Это... Лили, улыбнись. Рука моей прекрасной ассистентки. Сейчас будет залазить в этот мешок и вытаскивать оттуда по одному победителю. 10 человек из 99 отобранных мной. Вы готовы? Мы готовы. Поехали! 37. 37! 37! 37! Вот так вот. Это первый человек, который проходит дальше. 37. Андрей Рогаликов с идеей рандом роль. Помню, конечно, помню твою идею. Ну что, доволен? Доволен, но на самом деле ты пока не сильно там уж. Ты должен благодарить мою ассистентку, потому что это все она, все ее золотые ручки дарит. Ну, короче, покажи своих. Поехали дальше. Сейчас. Номер... 12. 12, 12, это дюжина, 12. Ага, это у нас таймшер собак от Жоры Кобзончикова. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком. Жорик, ну что, я тебя поздравляю, роскошная идея, ты проходишь дальше, ты второй, 12, гоу, пятерка тебе летит. И следующий у нас, следующий на очереди... 10. 10. 10. 10 o'clock. 64. 64, так, 64 у нас. Давай дальше ускоримся побыстрее, давай. Сейчас идем. 11. 11. Кабаньи палочки. Рик, давай побыстрее немножко. 73. 73. 14. 13. 13 лет там получше перемешать, что повторяется. 9. Точка внизу. 83. 44 стульчики. Слушай, Лик, давай без этой херни деревенской. 44. Последним. 22 гуси-лебеди. Все. Финал. Переходим к следующему этапу. Поехали. Итак, мы приступаем ко второму раунду. Лиля? Испытание судьбы. Challenge of Destiny. Challenge of Destiny я назвал вот так. Вот так вот. Испытание of Destiny я назвал вот так. Испытание of Destiny. Три слова, помните? Ну-ка, встань-ка. О! Че ты сегодня током бьешься весь день, а? Итак, испытание of Destiny, значит. Что это такое, объясню в двух словах. Я хочу как вот волю космоса, вот мне как с не пошлет вот это вот, и я вот выдам это, понимаете? Я вообще хочу, чтобы у меня все было без этих, без потуг. Знаете, я Я вообще не люблю все эти вот генераторы случайных чисел. Тут должно решать что-то более осмысленное. Сейчас я выберу просто реально 6 везунчиков и 6 неудачников. Тех кусков, которые обратно пойдут в серую массу. Итак, сейчас все очень будет просто. Я буду говорить числа, а Лиля, моя ассистентка, будет записывать их на отдельные листочки. Мы готовы. Поехали. Хотелось бы начать с того, какое у меня любимое число. Многие из вас уже знают, что я родился 8 августа 1988 года. Это, кстати, есть у меня на страничке ВКонтакте, там, в всех пабликах и так далее, там, в Фейсбуке, подписывайтесь. 8 августа 88. 3 восьмерки. Запомнили? Я Дэн Жуков, я привык опережать все. Я не привык ждать, я готов идти вперед, 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 когда все еще позади. И поэтому сейчас я скажу вам мое любимое число. 9. И это первый счастливчик, записываешь? Вот так. Второй финалист. А, кстати, 9 же это еще и фильм такой есть, 9 ярдов, да? Смотрела? Вообще люблю Брюса Уиллиса. А, ну, раз так-то, пусть будет 10. 10 ярдов. Это второй финалист, второй фильм. Нормально. Не вам меня осуждать, знаете, тоже. Пусть судьба решает все. Все по-честному. Я придумал алгоритм. Ну, полуалгоритм, полусудьба такая. Так, какие там еще номера есть? 11. 11 друзей Оушена. Нормальный фильм, пусть будет. 12 стульев. 12 стульев. Я 12 стульев отдал просто. Вот просто классика. И 13 друзей Оушена. Фильм 12 друзей Оушена тоже прикольно, но какой-то он такой. А, ну там Аль Пачино нет, кстати. Плюс затянутый такой. Ну, короче, пусть стулья будут. И 14. 14, потому что на конце этого числа мой год рождения. Так, ну все, мы выбрали 6. Отлично, все, 6 финалистов у нас есть. Остальные пошли вон. Обратно туда в свое говно. Откуда вы чуть-чуть приподняли свою голову. И выключи камеру. Черный пистолет холодит поясницу. Что ты за птица? Косячок дымится, время хавать пиццу. Дурак, нельзя на людей направлять пистолет. Слушай, что ты, он же не пулями заряжен. Он, чуваки, заряжен вашими идеями. Сейчас мы будем выбирать ваш лучший стартап. Вы готовы? Лиля, ты готова? Да. Стреляй! Стреляй! Идея стартапа только что залетела вот сюда. И отсюда не вылезет. Внимание, барабанная дробь. Мы проверяем, кто победил у нас в этом суперфинале. Короче, номер 10 победил. Я точно помню, что сюда 10 запихивал. 10 это у нас самокач от подписчика моего канала Михаила Мамаева. Ну все, Миша, поздравляю. Михаил Мамаев. Вот он, Михаил Мамаев. Вон у него на аватарке медведь стоит. Пусть будет Михаил. Он побеждает и выигрывает у нас iPhone. Ну все, на сегодня все, хватит. Вырубаюсь. До полуночи быть дома надо. Еще спорт сделать один. Ну все, Михаил Мамаев, я поздравляю тебя. Ты победил в этом конкурсе. Вот так вот, все просто, казалось бы, да? Мы поздравляем тебя, и пока Миша радуется, я просто расскажу всем остальным. Это была идея приложения «Самокач». Это, короче, когда персонаж качается, он качается только в том случае, если сам игрок качается. Я просто для Миши, для тебя еще хотел сказать. Вот вместе с айфоном, который, точнее так, вместо айфона, который ты все-таки не получишь, потому что, ну, сейчас объясню почему. Ты получаешь от меня главный урок, и все вы получаете от меня главный урок. Ну, правда, я читал все ваши идеи вот эти вот, ну, это полный шлак. То есть это, ну это все на поверхности, они все банальные, тривиальные, но это вообще жопа. А я охотник, я волк. Я привык брать то, что плавает на поверхности. Ну, вот сами посмотрите, почему вы их сами-то не воплощаете? Потому что это реально колоссальный труд. Ты потратил 10 секунд на то, что, за что хочешь получить вот этот вот iPhone. Люди годами трахаются, чтобы получить какую-то вещь. Это как вот в муравейнике, понимаешь? Ты вот палочку суешь, и они туда писают, а потом облизываешь ее. Понимаешь, ну ты потратил 10 секунд на это. Так и ты, Миш. У меня друг есть, который за 10 секунд кончает. Ты ни удовольствия ни себе не получишь, ни кому не доставишь. Поэтому вот так, Миш, извини. Дэн Жуков, вот, все на нем. Он сейчас будет развивать твою идею, понимаешь? Мы ее в разработку пускаем. Мне нужно открывать ООО на идею. И вообще, я подумал, что даже у меня такого айфона нет, понимаешь? я решил, что этот iPhone я забираю себе, а свой отдам Лиле. Потому что у нее вообще никакого iPhone нет. Но это вообще в нашей фирме неприемлемо. То, что я сейчас сказал, это самый главный урок. Те идеи, которые я сейчас вложил сюда, это реально стоимость. Вот это вверх, это вышка. Так как человек слова это я, это Дэн Жуков, я от своих слов не отказываюсь. Я все-таки отдаю тебе долю в бизнесе, и теперь мы партнеры. Дай пятачка. Это был Дэн Жуков. Еще увидимся. Пока. Господи помилуй, еще один день закончился. Короче, я решил, что долю не отдам тоже. Ну хули. Я буду потеть, я буду платить налоги, я буду созданную свою многомиллиардную компанию тащить, но на себе. Я ее построю, она будет взрывать просто рейтинги и рынки страны и других стран. Я дрочиться по полной программе буду, а ты чего? С какого рожна я должен тебе платить бабосы? Мне кажется, это нечестно. Все-таки Дэн Жуков, он честный человек. Я с барского плеча отдаю тебе опцион. И потом ты ничем не рискуешь. Рискует, как всегда, только один человек. Стартапер Дэн. Стартапер Дэн рискует. Я честный человек, я это обещал. Опцион получаешь, доля нет. Короче, я принял решение. Господа, я принял решение. Я понял, что бизнес это для сильных. Это для тех, кто знает, как пахнет кровь. Для хищников. Михаил, Миша, понимаешь, ты даже Миша, ты не волк. Медведь, но это он даже не хищник, он травоядный, он жрет мед, он жрет малину. Мистер Мамаев, вот хочется с вами поговорить как с человеком, который, ну, как мой возможный партнер. Представьте, мы с вами партнеры, и есть еще какой-то третий человек, который владеет опционом в нашей многомиллиардной компании, понимаете, да? Это же риск. Михаил, мы не можем пойти с вами на этот риск. Мы, как акционеры, мы должны принять волевое решение, что мы не можем давать вам опцион. Вы серьезный человек, вы должны понять это. Ты получаешь от нас подарок. Получаешь от нас подарок вот такой вот чехол модный на iPhone. Когда-нибудь ты разбогатеешь, возможно, что-нибудь создашь стоящее и заработаешь себе на iPhone. Это уже будет заработанный твой iPhone, ты будешь гордиться им. Не какая-то там подачка, которую ты там написал коммент и выиграл. Так что этот будет чехол, он будет мотивировать тебя. Это настоящий мотиватор, Михаил. Все, всем удачи, с вами Стартапер Дэн, до новых встреч. Прекрасное далеко, заканчиваем путь, название прекрасное, оказалось жуть, почему ты так жестоко? Прекрасное далеко, и не было ли мазы, другой уголок свернул.